отношения хорошая, обстановка вполне привычная, потому что мы столько пробных написали в таких условиях, поэтому как к себе домой приходим. Сложно, но я справился. Главное не нервничать и главное покушать с утра. В принципе, задания были более-менее легкие. Ну, были, конечно, такие, то, что сложно, но в основном школа учила тому, то, что было как раз на самом экзамене. Справился где-то часа за 2,5, и за полчаса я все перепроверил, нашел у себя несколько ошибок. Их тоже все исправил, записал в бланк. Мне так понравилось, было очень тихо, никто не мешал. Ну, по возможности помогали, бланки вовремя приносили, никаких проблем не было. В общем, мне понравилось.